Недавно наш город посетили московские представители ЦСКА, которые инспектировали состояние флотских спортивных сооружений. По результатам проверки было принято решение провести полную реконструкцию всех капитальных объектов, в том числе стадиона Черноморского флота, расположенного по улице 4-я Бастионная. Старое сооружение уничтожат, а на его месте возведут современный легкоатлетический комплекс. 8 беговых дорожек, футбольное поле обновленное, значит, построен легкоатлетический манеж для занятия спортом военнослужащих Черноморского флота, а также всех жителей города Севастополя. Напомним, стадион Черноморского флота ранее был в ведении вооруженных сил Украины. На его месте украинские силовики хотели построить несколько многоэтажных домов. Севастопольцы сумели отстоять стадион. Однако за то время, которое он принадлежал украинским военным, спортивный объект ни разу не знал ремонта. Некогда красивый стадион в центре города превратился в заброшенную арену с грудой камней. Впрочем, несмотря на то, что спортивное сооружение находится в плачевном состоянии, на нем продолжают тренироваться несколько детских футбольных коллективов, команда по стрельбе из лука и регбисты. Когда начнется работа по реконструкции стадиона, пока неизвестно. Первоочередная задача Центрального спортивного клуба армии – отремонтировать бывший 57-й яхт-клуб Черноморского флота, что у мыса Хрустальный. В планах переоборудования базы, согласно современным стандартам, а также капитальный ремонт причальной стенки. Будут делать полностью новую причальную стенку, новый мол. То есть полностью яхт-клуб будет превращен в современный центр парусного спорта Российской Федерации. То есть это будет центр подготовки спортсменов по олимпийским видам спорта класса, олимпийским классом яхт. Иван Клепачев, Денис Александрович, Севинформбюро.